Здравствуйте, милые девушки! Выпускной не за горами, и сегодня я помогу вам создать прическу, с которой вы будете чувствовать себя королевой бала. А в нашей работе я буду использовать расческу с хвостиком, украшения для волос, шпильки для волос, невидимки, такой вот зажим и лак для волос с сильной фиксацией. Приступаем к нашей работе. Эта нежная прическа прекрасно будет смотреться на волосах средней длины и длинных волосах. Для начала мы расчесываем наши волосы, готовим их к прическе. Впереди я хотела бы выделить небольшие пряди. Остальные волосы будем закалывать на затылке невидимками, чуть ниже уха. Стараемся крепить невидимки крепко, потому что это будет каркасом нашей будущей прически. Я делаю это крест-накрест. Так, каркас нашей прически готов, приступаем к работе. Выделяем небольшую прядь и начинаем скручивать ее в жгут. Жгут плетем не очень тугой, потому что сейчас мы будем доставать концы нашего жгута. И сбрызгиваем лаком сильной фиксации. Скручиваем жгут в кольцо и крепим к каркасу шпилькой для волос. В такой же последовательности будем работать и с остальными прядями. Верхний ярус нашей прически готов, переходим к нижнему ярусу и продолжаем работать в такой же технике, берем прядь и скручиваем ее в жгут. Итак, наша прическа практически завершена. Осталось немножко придать ей форму.
Это я буду делать при помощи лака для волос с сильной фиксацией. Где нужно, мы поправляем наши жгутики объемные. Лишние волосы мы можем убрать при помощи шпильки для волос. Хорошенько сбрызгиваем лаком. И осталось перейти к прядям, которые мы оставили у лица. При помощи утюжка я буду делать локоны. Закрепляем наши локоны шпильками для волос, для того, чтобы они не падали в глаза. Шпильки прячем. Локоны фиксируем лаком. Также с другой стороны. Теперь мне хочется украсить нашу прическу камушками для волос. Вы можете использовать какие-нибудь другие украшения. Но чтобы не перегружать прическу, я буду использовать такие вот камушки. И в завершении нашей работы зафиксируем все лаком. Так, наша замечательная прическа готова. Надеюсь, я помогла вам с вашим образом. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр. До скорых встреч!